Начать отопительный сезон в Подмосковье. Такое поручение накануне дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Вопрос о готовности Одинцовского округа к запуску тепла лично поднял глава муниципалитета Андрей Иванов в ходе традиционного совещания в администрации. До 25 сентября все 100% соцобъектов должны быть обеспечены теплом. Но мы всегда делаем многие вещи с опережением. Прошу здесь тогда, Михаил Владимирович, тоже не дожидаться крайней даты, а быстрее подавать тепло на социальный объект. Следом за социальной инфраструктурой подключаются наши многоквартирные дома. У нас 2130 многоквартирных домов, из них 1930 в системе центрального отопления. Здесь план 100% домов до 30 сентября. Мы сейчас запускаем котельные, в первую очередь подаем тепло на социальную сферу и до конца недели планируем обеспечить социальную сферу на 70 и более процентов. Чтобы обеспечить бесперебойную работу всех котельных, ремонтные и профилактические работы велись на протяжении лета. Сейчас к пуску тепла округ готов на 100%. По словам Михаила Каратаева, помимо исправности системы теплоснабжения, в запасе есть 3500 тонн жидкого топлива. Это позволит пройти сезон с наименьшей вероятностью аварий и быстро устранить повреждения. Мы обслуживаем более 520 тысяч жителей. От вашего разрешения я приступаю. Да, пожалуйста, включайте. А пока всех жителей необходимо проинформировать о графике подключения объектов к теплу и режиме работы коммунальных служб города, подчеркнул глава округа. Елена Краева, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».